Алиса, что изображено на 5000-й купюре? Сейчас найдем. В правой верхней части герб города Хабаровска. На оборотной стороне новой банкноты изображен вид на мост через реку Амур. Амурский мост или Амурское чудо – уникальное инженерное сооружение. Заложили мост в 1913 году. Строительство моста велось круглосуточно. Уникальность моста заключается в том, что он соединяет Дальний Восток с европейской частью России. Возведение моста завершили к дню рождения цесаревича. В связи с этим мост еще называют Царским мостом. Свою историю мост пережил две войны – Первую мировую и Вторую мировую. Строительство моста символизирует завершение строительства Транссибирской магистрали. Амурский мост изображен на 5000-й купюре. Уникальность проекта подтвердилась еще также не только техническими характеристиками, но и экономия бюджета. В наши дни мост функционирует, и также существует музей строительства Амурского моста, которому уже более 50 лет. Музей уникальный, он находится под открытым небом. Если у вас возникнет возможность посетить историю Амурского моста, обязательно ей воспользуйтесь. Здесь вы узнаете очень много интересного, откроете для себя секреты строительства и узнаете, почему город Хабаровск считается городом удачи.